Здесь во время войны был военно-полевой госпиталь, как я понимаю. Вон тут остатки мины. Ну, такого добра на хребте много. И вот, соответственно, здесь могилы. Захоронено 4 человека, захоронено 2. Но это братские могилы бойцов, которые были найдены поисковыми отрядами в окрестностях этого хребта. Вот, 14, братская могила 999 года, 32 человека. Кстати, на этом месте мы были 15 лет назад. Здесь, конечно же, в то время было меньше крестов. Намного меньше крестов было. За время, пока мы здесь отсутствовали, поисковые отряды нашли еще много останков наших бойцов. И, соответственно, захоронение увеличилось. Вот на каждой могиле каски, саперные лопатки, не разорвавшиеся минометные снаряды. Вот каски, пробитые вражескими осколками. И вот он, хребет, через который враг так и не прошел. Поднялся чуть-чуть выше, чем остатки полевого госпиталя. Здесь еще одно кладбище и монумент-обелиск погибшим солдатам. Вот старую плиту уже практически не разобрать надписи, но на более современных уже все видно. Советским воинам, погибших в боях в немецко-фашистским захватчикам. На Мусо-Тунтуре 41-44 года. Опять же, все усыпано осколками. Следы войны. И здесь как раз левее, точнее правее обелиска. Опять же, братские могилы. Советских времен еще установленные нашим советским воинам. Вот оно, воинское кладбище. Как раз здесь похоронены солдаты, погибшие на этом хребте. И это все братские могилы. Вот каски просто в решето. Этот колокол был относительно недавно отлит и установлен на деньги, собранные здесь энтузиастами в музее, в честь и в память наших воинов. Но тут же рядом опять братские могилы. Поднялись немного до центра хребта. Вот обезьяны лезут выше. Камни только не кидайте. И нам открывается просто замечательный прекрасный вид. В прошлый раз, лет 15 назад, когда мы были, здесь была ужасная погода. А сегодня просто шикарная. Машины наши стоят вон там.
на базе геологов. Но, в принципе, можно было здесь вот по дороге подъехать прямо к подножию. И вот отсюда начинается подъем в горы от хребта. Точнее, от братских захоронений. А мы продолжаем наше движение вверх на вершину хребта. Там, конечно, будет более впечатляющие виды, во-первых. Ну, а во-вторых, там все сохранилось за эти прошедшие десятки лет в таком же виде, как и было во время войны. Почти поднялись до верха. И вот уже начались первые огневые рубежи. Это как раз огневая точка наших солдат, наших бойцов, которые здесь стояли на вершине. Это одна. Вот здесь находится вторая. Сейчас к ней подойду поближе. Вот смотрите, как она прошита пулевыми отверстиями насквозь. Но это, конечно, точка еще не самая ужасающая. Самая ужасающая находится вон там, на остальной седловине. Вот здесь вот был дот укрытия. Вот видите, бревенчатый настил и засыпанный камнями. Здесь находились наши бойцы, охраняющие перевал. Вот, мало чего сохранилось, конечно, от этого. Но сейчас поднимемся выше, там все намного интереснее. Вот она, вершина, хребет Муста-Тунтури. Соответственно, там наши машины стоят, та сторона хребта. И здесь были всю войну кровавые бои. Вот эта часть хребта была за нашими бойцами. С той стороны стояли вражеские оккупанты. И видите, что тут все усыпано колючей проволокой. Вот опять же бронелисты брошенные, расшитые просто в клочья. Вот колючая проволока. И там совсем недалеко уже будут немецкие укрытия. Вон ряды камней. Здесь шли очень тяжелые бои. Дошел до наших советских укреплений. Вот здесь был наш окоп. И просто, чтобы для понимания, насколько тяжелые бои здесь происходили, смотрите на землю. Это нет, это не земля. Это все горы, горы гильз стеленных. Вот они. Просто горы. Горы гильз отстреленных. Вот они. То есть тут нет земли. Тут все засыпано просто стрелянными гильзами. Здесь настолько жестокие бои были. Вот опять же, как выглядит земля нашего окопа. Все засыпано отстрелянными гильзами. Просто горы их. Вот они. Вот. Все усыпано. А в особо горячих местах там чуть ли не по колено эти гильзы. Вот, смотрите. Это минометный снаряд времен Второй мировой войны. Что еще тут есть? Вот опять же, это от миномета. Это наши винтовочные гильзы. Вот хвостовик от немецкого миномета. Здесь все засыпано гильзами и осколками. Опять наши позиции. И опять вот эта вот куча, это от цинки, от патронов. И все. Все просто усыпано гильзами стрелянными. Это, не знаю, запало от гранат. Гильзы. Вот они все. То есть представьте себе, насколько здесь шли ожесточенные бои. Сколько лет прошло. И вся земля до сих пор усыпана этим железом кровавым. Вот это вот осколки минометных снарядов. Опять горы. Просто горы. Просто горы стреляных гильз.
Ну а тут на камне опять лежат осколки и даже не стреляные вот эти вот винтовочные пулеметные патроны этого пистолета. Вот они все. Не отстреленные патроны. А вот этот, получается, вид из амбразуры нашего дота. Вот он. Опять же, видите, между камней такое укрытие, перекрытое бревными камнями. Здесь некоторые броневые листы. И он, соответственно, здесь бойцы прикрывали подход на хребет с той стороны, откуда шли фашистские захватчики. Враг здесь не прошел. А вот здесь находится как раз самый основной проход через перевал, который постоянно был как бы обречен на постоянные штурмы. И здесь вот эта огневая точка. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько боец мог в ней прожить. Смотрите. Эта огневая точка уже сваренная из разных листов, разорванная, много раз пробитая снарядами и осколками. Она прикрывает как раз основной проход, основное направление прорыва вражеских войск через данный перевал. И просто здесь вот самый легкий спуск вниз идет, вот этот вот распадок, по которому можно быстро перебросить вражеские войска. Ну и, соответственно, и наши могут здесь подняться для защиты. И в этом месте стоял вот такой вот, не знаю, как называется, дот. Короче, огневая точка. Смотрите, насколько она посещена пулями. Вот эти большие отверстия все, и вот эти проломы, это осколки от снарядов. Видите, что уже бронепластины здесь были наварены, одеты новые, так как они просто не выдерживали. Вот опять же дверь, просто вся расстрелянная из пулеметов вражеских. И вот здесь вот не знаю, сколько наших бойцов вот в этой маленькой клетушке погибло, защищая перевал. Ну а сверху энтузиасты вот свалили, опять же, осколки того, чем враги обстреливали наших солдат. Вот хвостовик от тяжелого миномета. Вот это вот, скорее всего, уже какие-то корабельные орудия били по нашим позициям. Так, это просто бронелисты. Вот минометы. Вот, опять же, минометы. Поиски от снарядов. Это миномет. Причем, скорее всего, не разорвавшийся. Вот такие вот здесь следы жестоких боев. А это, друзья мои, уже фашистские позиции. Смотрите. Вот. Из камней укрепления такой капонир. Он уже нацелен на нашу сторону. Соответственно, здесь стояли фашистские войска. И для понимания, где находятся наши позиции, вон та куча камней и вон там вот тот вот торчащий камушек, это наши позиции. То место, где находился вот этот вот расстрелянный вовсю дот. Здесь расстояние, блин, от силы 70 метров, наверное. Ну ладно, 80. То есть, в принципе, вот сейчас погода безветренная. Легко можно переговариваться на самом деле. Здесь вот, находясь на противоположных сторонах рубежа. Вот это вот получается болотце, где лежит колючая проволока. Это и была разграничительная линия, где стояли войска. С той стороны стояли наши войска. Здесь Эдельвейс. Вот позиция. А вот здесь вот, видите, леса. Откуда она тут взялась? Лисичка ходит. Лиса, я здесь. Здесь нет еды. Ты что тут делаешь?
вообще не боится. Как домашняя какая-то. Хребет Муста-Тунтури. И вот такая здесь бешеная лиса. Стой, тварь. Еще есть. Вот подхожу опять к следующей линии обороны рубежей немецкой Эдельвейса. И тут вот прямо вырубленные в скале окопы. Вот они, смотрите. Там дальше будет и укрытие, прямо пещеры, выбитые в скале. Ну вот уровень инженерных войск, конечно, видно разница. На той стороне просто бревнышки и камушки, а здесь прямо в граните прямо полноценные выбитые окопы. Вот опять же немецкие линии обороны. И там дальше даже есть подземные госпиталя, штабные пещеры, в которых сидело их руководство. Вот тут на камне прям лежит, я не знаю, что это. Вот размер такой, смотрите, толщина. Это либо авиабомба, но скорее всего это корабельный снаряд от корабельного орудия. Опять же, минометные осколки. Это рубашка от ручной гранаты. Сейчас я нахожусь все еще на немецких позициях. Опять немецкие позиции, первая линия. Там наши. И вот видите, вот опять же вражеские на хребте укрепления. Конечно, немцы здесь окопались основательно. Линия окопов тут прямо в несколько рядов. Вот ряд окопов, за ним еще один ряд. Здесь вот прямо такая полукруглая какая-то орудийная башня. Еще и ряд окопов. Причем в полный рост, даже выше. Человек спокойно в них укрывается, даже пригибаться не надо, еще место остается. Вот прямо ходы сообщения вырыты. Смотрите. Вот окопы полный рост. Кое-где даже бетонные подпорные стены сделаны. Это все Эдельвейс. Смотрите, качество, конечно, офигеть. Обалдеть. Вот опять же немецкие укрепления. И там дальше. А вот, друзья мои, очень опасная находка. Блин, зря я это делаю. Смотрите. Это не разорвавшийся минометный снаряд. До сих пор опять опасен. Вот какие-то сигнальные гильзы. Это уже немецкие винтовочные патроны. Ну, кости, скорее всего, какого-то крупного животного. Не похожи на человеческие. Но вот таких находок здесь на самом деле опасных очень много. Вот еще интересная находка. Не могу прочитать надпись, очень неразборчиво. Но вот что-то написано по-немецки 200 литров. И вот это, скорее всего, дата 1940 год. Я опять же нахожусь на немецких позициях. Здесь вот с одной стороны естественная скала, с другой стороны насыпь из камней. Здесь, конечно же, со времен войны все заросло, но все равно просматривается. Вот там вот под кустами лежат железные штыри, которыми они укрепляли свои позиции, ну, на которые наматывали колючую проволоку. Вот опять же, видите, тут всякие скобы. Здесь дерево, доски валяются и всякий мусор. Ну, что я хочу сказать, почему
так разительно отличается наши позиции наших бойцов, которые состоят практически там из деревяшек и камней, и от немецких укреплений, которых, вот смотрите, вырыты пещеры под землей, просто пещера огромная. Так, сейчас достану фонарь. Тут просто вырыт огромный бункер в скале. Ёлки-палки. Не могу прямо. Блин, ребята, почему вы это не видите? А вот, вот я сделал помощнее свет. Он оттуда пришел. Смотрите, протяженность пещеры, которую тут пробили немцы внутри хребта. Ё-моё. Ё-моё. Здесь, скорее всего, или госпиталь какой-то был, или их командование находилось. Ну, вот тупик. Вот скалы. Просто наши бойцы здесь были в блокаде. Полуостров был перекрыт. По суше сюда подвоза ни питания, ни боеприпасов не было. Все было через залив на кораблях под обстрелом немецких оккупантов. Соответственно, поэтому у нас была жесткая нехватка ресурсов. Ну и физически, получается, мы не могли строить такие укрепления. Но наши бойцы выстояли, несмотря на то, что у них не было вот таких вот пещер, нарытых в недрах хребта Муста-Тунтуре. Но все равно мы победили. Правда, ценой, конечно, какой ужасный. Давайте я пройду до конца обратную сторону этой пещеры. Вот она. Вот он, выход на белый свет. Конечно, просто поражает. Поражает вот это вот инженерное сооружение. Вот тут еще, смотрите, такой подтопленный. Иду вот по воде, подземный ход. Ну, в принципе, тут все более-менее понятно. Он короткий, вон уже на ту сторону можно выйти. Я туда проходить не буду, чтобы... Да, блин, ноги уже замочил. Здесь прорублены такие ходы, сообщения были немецкими войсками. И вот после него я могу пройтись по окопу. С той стороны находятся позиции советских войск наших, наших бойцов. И вот я бегу по окопу, бегу по окопу. И там в конце будет опять лаз, достаточно хорошую подземную сеть. Вот туда. А, по-моему, там был военный госпиталь немецкий во время войны. То есть первая большая пещера, она была именно командная, скорее всего. Вот смотрите, какой ход. Там здесь очень скользко. И здесь была медицина. Вот они, подземные крепления. Вот такой зал огромный здесь вырублен в скале. Опять же. Ай, падаю. Вот смотрите. Блин, а что ж такое? Сейчас покажу наших ребят. Вот, смотрите, масштаб. Ярослав пришел. Все тут вырублено насколько. А вот наш человек пришел с другого входа. Да. Тут еще один вход. Ребят, мы тут тунтуем. Пойдемте отсюда выйдем. Они пройдут потом дальше. Вот такие огромные залы были вырублены в скале. Вот опять же выход. То есть из этого подземного госпиталя было несколько входов, несколько выходов. А, и, кстати, это не я так криво держу камеру. Это тут свод такой под углом. Вот он вход.
или выход. Соответственно, выпорвался опять на немецкие позиции в тылу. Вход в пещеру вот так вот выглядит. Вот такая вот скала, монолит. И в ней прорублены крысиные кротовьи норы. Ну а тут же осколки от наших советских минометов. Это скобы для инженерных укреплений. Что-то, да как-то обидно. Почему-то здесь на немецкой стороне мало очень минометных осколков лежит. Вот один. Нечестно. Мало, мало. Вот здесь какой-то капонир. Я опять спустился внутрь этого госпиталя, чтобы показать, как тут выглядит горная порода в стенах. Видите, как будто сложенная из кирпича какими-то адскими гномами. Вот старый-старый гранит. Ну, даже если он такой трещиноватый, ну, конечно, вырубить здесь вот такие вот огромные помещения, это явно было непросто. Особенно в те времена. Подхожу сейчас к очередному выходу на поверхность из этого подземного госпиталя. Здесь, конечно, все завалено камнями. Вот вижу какой-то интересный железный артефакт металлический. Сейчас подойду, посмотрю, что это. А, смотрите, это броневой лист. Извиняюсь, конечно, за грохот. Вот это отверстие для пулемета, наверное. Задвижка. Вот пробита пулями. Да, это бронелист, бронещит, который закрывал вот эту крысиную нору где-то в окошке. И вот здесь такой лаз наверх отвесный. Здесь так просто не подняться сейчас. Ну, в те времена, скорее всего, здесь были лестницы. И вот этот лаз как выглядит вниз. Я прошел чуть дальше, и здесь еще один подземный ход. Да, враги тут зарылись, блин, просто это, как какие-то кроты или гномы вгрызлись в нашу землю. Вот, смотрите, еще один подземный ход. И что интересно, смотрите, здесь вот следы шурфов. Вот издалека видно, что, видите, здесь вот бурили, потом закладывали взрывчатку и взрывали. То есть этими взрывами там ковыряли вот эти вот норы. И вот здесь видно, что гранит как-то потрескался, вот оплавлен, что ли, он от взрывов тротиловых шашек. Инженерные войска тут хорошо вражеские проработали, конечно. Вот выход опять. И это выход, кстати, на, ну, я так считаю, основной рубеж. Вот этот распадок. А вот смотрите, видите? Вот она, да? Это наша огневая позиция, наша точка. То есть, блин, камнем докинуть можно, камнем от позиции. Вот наша позиция, до нее меньше 100 метров, меньше 100 метров. Вот эта крысиная вражеская нора. Вот ущелье, спуск вниз. Вот здесь вот находится подземный госпиталь. Вон один из его входов. И вон там на той скале та нора длинная, в которую я тоже лазил. А это как раз опять же миномет, а это уже снаряд от какого-то орудия. Видите, вот здесь поясок нарезной еще сохранился с тех времен. Давайте, несмотря на ветер, покажу еще раз. Расстояние 30 метров. Позиции советских воинов. Поворачиваемся. Вот уже начались. Вот они, где камни. 30 метров в другую сторону, даже 20. Позиции немецко-фашистских оккупантов. Вот здесь все на хребте, и вон где стоят ребята. Здесь стояли вражеские войска. Насколько они там глубоко окопались, вы уже видели. Ну и видите, насколько близко здесь стояли солдаты. И это все, конечно, простреливалось и орудиями, и минометами, и пулеметами, огнеметами. Здесь враг шел на штурм много раз. И по словам
тех немногих выживших очевидцев, когда шли вражеские штурмы. Здесь вот все было прямо как муравьями усыпано вражескими солдатами, которые ползли под пулеметными обстрелами на наши позиции. Но их штурм ни разу не был удачным. Все штурмы мы отбили. Обратите внимание на цвет камней, на воду и вот на дно. Вода, вот тина здесь коричневая. Камни ржавые. Это все от того, что здесь огромное количество железа. Это все ржавчина от пулеметных гильз и от осколков снарядов. Здесь металла, конечно, просто каждый миллиметр звенит. Каждый миллиметр покрыт осколками, гильзами и колючей проволокой. Посмотрите вот на это белое от времени бревно. Видите, оно все в ржавых точках. Каждая точка – это след от пули. Бревно все в решето было избито, истреляно, расстреляно врагами. Это бревно находится на наших позициях. Вот здесь наш советский окоп. Опять же, стреляные гильзы. И нестреляные тоже. Патроны валяются кучами. Вот. Россыпи гильз. Минометные осколки в наших позициях. И горы. Горы гильз. А вот это вот, кстати, немецкое укрепление, огневая точка. Правда, скорее всего, она разрушенная. Вон линия обороны колючки. И мы тоже видим на стороне противника также горы стрелянных гильз. Также есть целые патроны. Это немецкие. Вот они все. Тоже все усыпано стрелянными гильзами. Вот такие вот осколки от снарядов. Это минометы. Минометы. Так что наши тут немцы тоже хорошо били. Очень хорошо. Вот. Враг отбивался как мог, пока мы его не скинули с этого перевала. Вот еще такие интересные вещи здесь валяются. Смотрите, можно клейму прочитать. Артиллегия. Не знаю, с тех времен это оцинковка или нет. Вроде по-немецки написано. Что это? Я даже не знаю. Может быть, какой-то ящик от патронов. Интересная находка. Здесь целый невскрытый рулон колючей проволоки. Еще даже он в упаковке. То есть у него технологическая упаковка. Вот здесь вот. И штыри, которыми он раскреплялся на краях. Вот такая история. Это на дальних уже рубежах немецкой стороны. Здесь тоже была колючка по кругу. И вот там уже и на наши как-то могли зайти. И вот эта высота была у немцев. Поэтому она со всех сторон и на ту сторону направлена, и на эту сторону она направлена.